Сигаял Сухо. Келаму в эфир поднялся, Остап Шукуров. он спрашивал про Эрну, говорит. Она говорит, кофе пьет, говорит, это армянский кофе. Говорит, армянский кофе есть? Я говорю, ай, дебил, если дудук станет это балабаном и азербайджанским, почему кофе армянским не станет? Вот именно, если кофе называете, они называют кофе турецким, а в Турции нет плантаций, кофе не растет в Турции, то почему можно назвать кофе турецким, а армянским нельзя, если армяне, именно те купцы, которые привозили кофе из Эфиопии в Армению уже в IV веке, почему Самое тогда? главное, И самое главное, я закончу, подожди, Давид, я закончу. Армяне открыли первые кофейни в Европе. Армяне открыли первые кофейни в Советском Союзе. В Армении производилась кофемолка для кофе. Если это все от армян в Советском Союзе и в Европе, то почему кофе можно называть турецким, когда это кочевые племена, и они впервые увидели кофе у армян, а сами они не пили сперва кофе, они думали, что кофе это от шайтана, это дьявольский напиток, и даже в Мекке в 1511 году Мекка официально запретила всем мусульманам мира пить кофе, потому что считалось, что кофе это напиток от дьявола. А сами арабы, когда увидели кофе впервые, они не поняли, что это за напиток, и они назвали кофе вином. Сейчас в арабском языке кофе переводится как вино, как алкогольный напиток. И султаны османские запретили пить кофе в Османской империи, потому что считалось, что в кофейне, который открыли армяне, сидят люди и замышляют что-то против правительства, против власти. Поэтому османские султаны запрещали пить кофе, а тех людей, которые ослушивались, они забрасывали в мешки из-под кофе и бросали в море или отрубали им головы. Как же так, что после всего этого кофе можно назвать турецким, но не армянским? Почему это? Вот ты как Поэтому раз, я можешь хотел объявить сказать официально самое войну главное, ты Азербайджану. как раз и вот это до конца сказала, что я хотел это сказать, но ты до конца все четко определила. Кофе для них считается харамом. Они до сих пор там чай пьют, эти дебилы. И я говорю, Келам, если армянский дудук станет азербайджанским балабаном там, или как вы там его называете, почему кофе армянским не станет? Можешь мне ответить? Он говорит, ладно, ладно, ты умнее меня, уходи, говорит, отсюда.